Messer angesetzt. Brust hoch, Ellenbogen fassen. Becken drehen und den Ellenbogen zur Seite rausführen. An die Nase. Dann an die Wand. И вот смотрите, вот он как только делает, что я делаю? Я делаю переднюю подножку. Он пошел, и вот, ногой его бью. Вот, а вот эту, то есть к себе, и вот туда его. Dann beginnen wir ihn zu drehen. И его подтаскивают так, шланг. Его вот локоть, и вот сюда вывести, да? И вот здесь, начинаю его... Und ich drehe ihn und drücke mit dem Körpergewicht nach unten und setze aber die Drehung fort. Die Straßenvariante sieht so aus, dass ihr gegen den Kopf tretet oder ihn fixiert oder so anhebt. Jetzt hat er ihn quasi im Griff. Was macht er? Jetzt auf die Ohren oder in den Unterleib. Er nimmt sich die Finger. Wenn der Ellbogen gestreckt ist, nimmt er die Hand. Wofür nimmt man euch normalerweise mit der Hand aus der Angriffslinie? Уйти так, чтобы он с этой руки не попал. После легенды, что mit der anderen Hand nicht trifft. Начинаю отдавать. Ходит и пытается меня захватить. Du versuchst mal jetzt ihn so zu greifen. Вы попали под захват борца, например, борец, кто вольник, да, чемпион. То есть он сейчас, если вас заберет вот так, он кинет очень жестко. Wenn von geübten Kämpfer trefft, dann nimmt euch so und wirft euch. Вы остались на месте, проблема. Sobald ihr stehen bleibt, gibt's ein Problem. Нужно отходить и бить сразу в пах. Ihr müsst weggehen und sofort den Unterleib bearbeiten. Сразу же бьем в пах, а отсюда начинаем работать. Здесь и начинаем работать. Проходим. Субъект steht. Делаем колено в область паха. Локоть. Вот здесь забираем. И пошли вот здесь на сопровождение. Колено в пах. Вот эта рука под локоть. Начинаю заходить. Нос вот сюда заворачиваю. An die Nase, den Kopf drehen. Erst der Schutz und dann gleich der Gegenangriff. Immer. И вот я защищаю. Защищаю. Опа. Опа. Заберу. Дистанция кажется меньше или еще. Когда выходишь на улицу, на природе, пространство расширяется, дистанция. И очень важно на тренировке заниматься как в зале, так и на улице проводить занятия на природе. Я думаю, это был полезный опыт. Если вы не поняли какой-то технический элемент приемов, самое главное, если вы поняли... Du bist für mich ein großer Meister. Großer Fotograf.